Привет-привет! Мы арендовали вот такую вот машину Ford на 2 дня. Сегодня взяли ее, в понедельник рано утром мы ее сдадим, сегодня в обед взяли. Получилось 2 дня. Заплатили мы 240 евро за машину. Она уже идет полностью с полным баком. И каучон 280 за нее. Нам, правда, не хватило. Пойдем, Изабель. Беги вон к папе. У нас всего лишь было 230 евро. Я почему-то не прочитала, что нужен каучон. Но сказали, что, в принципе, 230 евро хватило. А вот. Сейчас приехали домой. Изабель кого нарвет. Цветочки! Цветочки! У нас на улице плюс 25 градусов. Жара. Саша только один в кофте идет. Вот что у нас сегодня на обед. Картошечка с мясом, салатик и немножко лимонада. Всем приятного аппетита! Приехали с магазина, купили Саше вот такие вот рабочие штаны. Ну-ка, повернись. Стоили они 9,99, но только длинноватые. Ну, на тебе все, по-моему, да, рабочие длинные? Нет. А, так, тогда мы в этом, да, покупали? Зеленые. Но они там этот, они у них и стоимость не такая. Вот, так что вот такие вот штанишки мы взяли в Лидле. Так, снова очередная закупка, но уже с магазина Лидл. Сейчас вам скажу, мы закупились на 43 евро 23 цента. И сейчас буду рассказывать вам, сколько что стоит. Купила 2 десятка яиц, каждый десяток стоит евро 29. Дальше молоко, 2 штуки стоит 78 центов, и 2 штуки, один пакет получается стоит 78 центов, этот получается 68. Дальше буду смотреть сюда, потому что я не все знаю, что сколько стоит, да. Паприка. Где паприка у нас?
Вот она паприка. Паприку я купила за евро 29 три штучки. Она как микс идет, да? Дальше, так, томаты. Так, томаты. Томаты стоят евро 39 за килограмм. Получается вот такой вот пакетик. Там как бы две таких связочки. На 1 килограмм 182 грамма. Вытянула на 1 евро 64 цента. Далее. Получается 3,59 стоит 600 грамм. Это грудка куриная. Евро 59 стоит. Это получается у нас палочки рыбные. Колбаса. Колбаса. По-моему, она вся стоит... Вот это 85 центов, я знаю. Это, по-моему, 89. Это евро 9. Это тоже 89. Это 85. Евро 59 стоит масло. Так, дальше сосиски. Так. Бокворст. Сейчас скажу. Так, 2 евро 69 центов, здесь 500 грамм. Очень вкусные сосиски, кстати. 59 центов стоит огурец. Потом я купила вот такую вот маленькую капусту. Обычная капуста. Так, 69 центов за килограмм. Здесь 926 грамм на 64 цента. Вот такой вот вилочек. 69 центов стоит сахар. 59 центов стоит вот такой вот хлеб. Потом свекла вареная 69 центов стоит. Дальше зеленые яблоки. 2 евро 19 стоит за килограмм. Здесь 1 килограмм 254 грамма на 2 евро 75 центов 5 яблочек. Дальше купила вот такую вот красную рыбку. Здесь получается... Здесь 540 грамм. Сейчас скажу. Так, она стоит 8 евро 99 центов. Вот это вот. Дальше. Это 59 центов. Это у нас баклажаны. Баклажанчики. Так, баклажаны. Так, за 1 килограмм евро 69. Здесь получается 670 грамм на 1 евро 13 центов. Так, редиска 49 центов стоит. Бананы. Бананы я взяла 2 связки. Дети вообще что-то обожают бананы. Так раньше не ели, но сейчас они очень сладкие, поэтому детки кушают. Так, за 99 центов килограмм. Здесь получается 1 килограмм 584 грамма на 1 евро 57 центов. Дальше я взяла 2 цукини. Сейчас скажу, сколько цукини стоит. Так, цукини стоит за килограмм 1 евро 49 центов. Здесь 522 грамма на 78 центов. И евро 39 стоит хлебушек. Здесь, наверное, килограмм. Ничего не написано, но 1 евро 39 центов стоит. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Это получается салат с цветной капусты, куриная грудка, картофельное пюре и апельсиновый сок.